Вот, друзья, оказывается, такие знаменитые люди, как Шри Аурбиндо в свое время, который написал «Приключения» или «Путешествие сознания», создатель интегральной йоги, но именем которого Аурбиндо, тогда город в Индии создали, ну, где там сейчас много туристов, наверное. Вот, такие же знаменитые люди, как вот сегодня, Садхгуру, да. Им всем задавались одним и тем же вопросом, им все задают эти вопросы, как остановить, ну, Шри Аурбиндо, укрощение ментала, а здесь Садхгуру, я вот смотрю разные видео, интересные, изучаю, а он говорит о том, как остановить мысли. Ну, ему задали там, как остановить мысли. Ну и он там объясняет, что это надо не отождествляться с чем-то там, а надо наоборот, и в общем там ничего не понятно. Хотя слова все знакомые, вроде понятные, а на самом деле понятно ли это вам? На самом-то деле мы это делаем в нашей школе Homo Futurus, ну как рабочий момент, это как техника нулевого состояния. Там когда как бы нет мыслей. Потока нет мыслей. Но у нас это очень легко объясняется на примере вашей собственной жизни, когда я вам говорю, когда у вас это бывает момент там после сильной нагрузки, когда вы сидите, задумались, и если вас в этот момент спросить, о чем вы думаете, вы можете сказать и ни о чем. Да, и техника вот эта у нас есть. Ну, я проще это все объясняю. Но есть такие великие люди, даже Шри Аурбиндо там где-то 20 с лишним дней своего друга ближайшего Павитру учил украсить ментал и не смог научить, об этом сам Павитра писал, что не смог. Да, а у нас участники школы, большое число участников школы понимают, что это происходит после разгрузки, и все зависит от дозировки разгрузки, как делать эти упражнения, выходить на состояние. И там есть стадия после действия, вот в этой стадии после действия у многих сразу возникает вот это состояние, когда как бы ни о чем. Вот это и есть. Поэтому, когда мы говорим, что такое свобода, это не значит, что сознание со свободными мыслями, это значит, что сознание свободное от мыслей. Вот оно, да-да-да-да. Там есть много частей в методе саморегуляции ключ. А сейчас у нас вебинар, как раз таки в четверг будет, в 9 часов вечера. Для новичков, которые вообще не знают, что такое приемы саморегуляции, базовый семинар. Поэтому не забудьте, в четверг, 21 час по московскому времени, как раз таки базовые, начальные приемы. А потом вы уже, новички, дойдете до того, до следующих вебинаров. Как останавливать ментал, да-да-да. Как вызывать состояние бездумия и что такое стадия после действия. Это уникально, да. Так вот, до встречи.